В связи с экономической блокадой ситуация по обвалу гривны Донецкой и Луганской народной республики переходит на мультивалютную систему. Руководство ЛНР приняло решение о введении в республике мультивалютной финансовой системы. Об этом сегодня заявил глава ЛНР Игорь Плотницкий на встрече с жителями недавно освобожденного поселка Чернухина. В связи с тем, что экономическую блокаду, о снятии которой мы договаривались, Украина снимать не собирается, что Украина обесценилась до такой степени, что крупные города сметают все в магазинах, довожу до вас первых. Принято решение, что у нас в республике начинает работать мультивалютная система, сказал Плотницкий. У нас будут ходить рубль, гривна, доллар и другие валюты, какие будут для нас удобными, уточнил он. Глава ДНР Александр Захарченко поручил разработать ряд мероприятий по стабилизации ценовой политики в республике и берет этот вопрос под личный контроль. Цены на основные потребительские товары населения не должны будут расти и, скорее всего, будет введено параллельное хождение рубля для стабилизации ситуации, чтобы население ДНР не так страдало, как на Украине.